Всем привет, ребятки, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Зуб. Будем дальше же крабить ивент. В общем, я, к сожалению, не мог вчера нормально поиграть, поэтому мы заполучили за четвертую, получается, награду, да, которая у нас там и шла вроде бы два дня. Мы получили 10% лучших, как бы попали, и получили вот такой вот крутой изумрудный сундучок. Давайте его сейчас откроем, и, возможно, нам выпадет крутая шмоточка. Давайте открывать, посмотрим. Изумрудный сундучок, ну это будет жестко. Давайте, начинаем, в общем, открывать. И да, нам что-то сейчас выпадет, смотрите. Ё-моё, вот это понесло. Вот это я понимаю, ивент крутой. Сразу новая шмоточка, жестко. Буквально, сколько, часик поиграл в день и получил новую шмотку для здоровья. Восстанавливает здоровье после неподвижности. Ну, что я могу сказать? Ну, кстати, еще трубочка дают за вот этот вот артефакт. 500... Сколько? 3000 монеток. Это все с изумрудного сундука мне выпало. 3000 монет. Кайф. Стрелу еще дали. Вот еще 500 монет и 1000 жетончиков. Это просто офигенно. Блин, реально очень круто. Офигительный ивент. Открыли. Кстати, мы можем открыть копилку. Она как бы закрылась, да, но мне нужно 400 алмазов. К сожалению, сейчас 400 алмазов нету. У меня только 371, но ничего страшного. Это такое себе. Кстати, можем сразу забрать награды за эти, потому что мы сразу как бы прошли за счет того, что открыли изумрудный сундучок. То есть, получается, нас ивент сам забустил, и за счет этого мы забустили опять ивент. Ну, это, в общем, это тавтология, но что есть, то есть. Кстати, уже получаем третий набор. Давайте заберем. Кстати, теперь можно, получается, в этих двух. Давайте еще тут заберем. Ё-мо, вот это классно, вот это, понимаю, классно. Смотрите, сразу нафармили 690 очков просто из ниоткуда. 690 очков, да? Которые у нас закончатся через час. Сейчас мы добьем и заберем, скорее всего, одну из 5%. Но я по-любому 5% заберу. В этот раз уже по-любому 5% заберу. А 5% это неплохие результаты вот хотя бы по этому событию, да? То есть можно будет опять открыть два. То есть золотых сундучка, один будет сундучок на шмотку, один будет золотой сундучок на персонажа, опять будет открытие сундучков. В общем, нереально круто. Здесь что у нас? 4 часа. Ну, не знаю, сможем ли мы ворваться в 5% лучших, но попробуем, короче, сделать это. А здесь у нас получается охота на трофеи. Войти в тройку лучших и заработать бонусные очки. Всего лишь тройку лучших войти нужно. И тогда я выиграл вот такой вот... В смысле? Мне писало, что я попал в 10% лучших, да? А тогда, по этому этапу, 10% лучших получали вот такой вот один сундучок. А я получил... Точнее, 10% лучших получали вот такой сундучок. А сейчас это на 5%. Как-то это очень выглядит по-странному, если вы посмотрите, да? То есть, ну да, очков, конечно, больше, но... Гляньте, тут один сундучок изумрудный, а тут два, еще и на персонаж один. То есть, зачем мне попадать в 5%, если можно попасть в 10, да? Как-то странновато. Кстати, что у нас здесь сейчас? У нас 660 очков, не знаю, попадем ли мы... На 5%, но это по-любому надо сделать, потому что, смотрите, два легендарных сундука на персонаж. Это просто будет нереально их открыть. У нас сейчас есть 2000, в принципе, не 2000. Через 17 дней закончится, но можно будет, конечно, потратить. Сегодня поиграем на пингвинчике пазике. Кстати, давайте посмотрим новую шмоточку. Отменяем, да. Давайте зайдем, глянем новую шмоточку. Вот так оно выглядит. Это для здоровья, так и называется. Не знаю, какой-то кривой перевод. Восстановление здоровья после неподвижности. Время запуска 3 секунды, лечение 5%. Посмотрите, сколько стоит улучшение. Нереально. Просто нереально. И вот я сейчас думаю, для пингвинчика фазе, что выгоднее? Зубы вампира или эта штучка? Я думаю, зубы вампира все-таки будут повыгоднее. А для кого из персонажей выгоднее эта штучка? Я считаю, это Пайпер, наш жирафчик, да? Для него будет вообще офигительно эта штука смотреться, потому что ты стоишь далеко, у тебя нет никакого ускорения, и по сути, ну, пока стреляешь, оно тебя будет хилять. Идеально. Также неплохой вариант для черепашки. Ну, встал в ульту свою, да, которая блокирует весь урон. И хиляешься. Изи, изи тоже, да. Ну, еще для кого? Может быть, еще для нашего Луи, но это не точно. Ладно, погнали в каточку. Все, не буду затягивать. У нас этап и так офигенный. Но я думаю выбить что-нибудь поинтереснее. Хочу выбить напалм. Так, сегодня будем охотиться на акул. За кадром я, наверное, еще покатаю на акулу, потому что очень хочу взять все два легендарных сундука за 5%, ну, вы сами понимаете, да? За 5% игроков, кстати. Сейчас ситуация такая, что... боты жесткие. Бумк. Красиво. Блин. Ну лол, да видели, как он попал?
Вот 14-й, а? О, кстати, там Никс с этим. Там Никс с Лиз Фокс. Купил себе, наверное. На тебе. Вы видели, как панда вернулся? Вот это лол. Вот это дает. Еще и попал в меня с чего-то. Не знаю, наверное, с копья. Тут у него лук золотой. Ё-моё, вот это попал. Вот это мне фартануло. Ага, сейчас обойдешься, акула. Где там смайлики? Спасибо за лук тебе, акуленок. Большое спасибо. Ведь теперь у меня есть золотой лук, теперь можно драться. Причем жестко драться. Потому что золотой лук — это имба. Гляньте, просто какой это обзор. А прикалки легендарный был бы. Очень редко на фазике получается достать легендарный себе лук. Нереально редко. Но это такая имбища, просто жесткая становится. А где все? А где все противники? Я никого не вижу. Так, давайте сейчас поможем немножко акуле. Жух. Обойдешься, бык, обойдешься. На тебе, на тебе. На. Я, походу, акулу убил случайно. Сейчас быка добьем. Красиво. Он уже даже не сопротивляется, ребят. Ну, сами понимаете. Куда ему против меня, да? Куда ему было против меня вообще рыпаться? Что он вообще мог мне сделать? Фух, я до воды добрался, все, теперь я имба. Только, блин, ну не шотнуть же! Ну почему? Ну почему, ну почему? У него даже не было шмоток на этот... Вот вы просто понимаете, меня баг шотнул с... Он мне с ульты шотнул, плюс, кроме ульты, он еще юзнул... Топор и дробовик, то есть ему этого хватило. Ну блин, это нереально видно. Ну хотя у него легендарный дробовик был на 9 уровне, он бы вместо дробовика чисто шотнул бы. Эх, если бы я знал, что он такой жесткий, я бы так не сделал. Ну, эх, эх, эх. Короче, как-то так. Но сейчас надо будет по-любому занять 3-е место, потому что я хочу выйти по основной задаче. Точнее, сейчас у нас задача осталась 16%, там 16 часов ее, да? Я по ней опять хочу получить хотя бы 10-й ранг, то есть получить... 2 золотых сундука или какие-нибудь там, я уже просто не помню. Заберем, наверное, сначала гранатку. Стрельнем с лука. Заберем сейчас опять золотое копье. Второй бой подряд золотое копье падает. Вот это везуха. Давайте убьем бота. Сейчас только красиво это надо сделать. Как красиво. Фу, хоть не попал гранатка, и то хорошо. Так, забираем гранатку. Блин, там кенгуру, не хочу ему гранату отдавать. Не хочу ему гранату давать, реально, вот, ребят. Просто не хочу. Уходи, кенгуру, уходи. Блин, еще акула тут здесь напрягает. Если не это... Что он за... Гляньте, просто хейтер какой, ребят. Просто посмотрите на этого хейтера. Гляньте на него. Вот хейтер, а. Гляньте, двое просто. Идите отсюда. Хейтерасты. Ля-ля-ля-ля, просто втроем одну. Втроем на меня лезут. На тебе. Ё, вот это жесть. Вот это хейтеры, ребята. Вот это просто толпа хейтеров навалилась на меня. Ё-моё, вот это жесть. Ну ничего, нормально, выжили. Ща я им устрою. Правда, блин, у меня только деревянный лук. Точнее, не деревянный, а бронзовый. Надо хотя бы серебряный. Спасибо. Спасибо, игра. Спасибо за серебряный лук. Подгончик такой. Неожиданный, резко, неожиданный, да. Так, ну что, у нас все пока что хорошо. Мы почти максимальный лук теперь видим немножечко подальше. Можно подойти сюда, под уголочек, и пострелять сейчас по челикам, которые сверху, там акулы плавали. Вот так вот. Все, ждем. Мы на охоте. Будем ловить рыбку. Так, ну что, где там акулы? Я пока что... Лол, я даже не стою в этой... А что, можно двигаться теперь? Гляньте, я могу двигаться и целиться сразу. Раньше же вроде бы нельзя такого делать было. И можно.
Или то я уже что-то напутал. Странно, странно. Странно, странно, странно. Так, где там кенгуру? Я не понял. А как это я не попал? Что за лол? Я получил. Забираем аптечку. Стреляем в кенгуру. Ну почему? Ну, попадай. Отлично. Отлично, все у нас зашло. Так, летим сюда. Делаем так. Дальше делаем так. И так. Ё-моё, ну, блин! Ну и чё теперь? Блин! Как же обидно, его так легко мог вытащить. Ой, опять топ-1 проиграл. Опять этот легендарный дробовик. Да что ж мне так не везет на легендарные дробовики против меня? Эх, а было близко, было очень близко. Мог бы налегке себе сейчас взять победку. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там по сетапу. Конечно, я акулок особо не поубивал. Охотничьи трофеи мне вообще почти не начислили. 38, 36. Одинокий волк 63 начислились. И охотничья серия целых 0. Целых 0. Что это за серия такая? Почему мне 0? Выберите персонажа Оли для игры или за против него. А, короче, надо на Оли поохотиться. Но сложно на Оли охотиться. Блин, через 4 часа эта вся фигня закончится. Но я не знаю почему. Мне начислили очень много очков, непонятно за что. Выберите персонажа Оли. Во, откройте изумрудный ресурс. Изумрудный ящик или генеральщик. Короче, я походу открыл изумрудный ресурс и мне дали 600 очков. Вот серьезно, я походу открыл изумрудный ресурс, мне дали 600 очков, и это нереально круто. Ладно, погнали дальше сразу же. Будем на пингвине тащить. Немножко еще сейчас поиграем на пингвине. Наверное, следующую серию замучу на каком-нибудь другом персонаже, потому что все-таки хочется... Ну, блин. Эх ты, блин. Гляньте, нету лука серебряного, зато есть два копья серебряных. Ну, неплохо, в принципе, заехал. Было бы еще неплохо здесь бота найти какого-нибудь. Ну, не легендарного, конечно, потому что против легендарного драться это вообще жесть. Хотя можно, в принципе. Лёнь, тебя заблокировал. Лол. А кто это? Там акула какая-то лазит? Ну и? Где акула? Да что за фигня, ну... Я не понимаю, почему эта акула и шла на меня? А, капец, просто... Это жесть. Вот реально жесть, ребята. Вот эта сейчас ситуация была настолько неадекватная, что капец. Ладно, сам виноват. Вообще, что я здесь на фазе делал? Мне надо было идти на воду. Ну, как всегда, короче. Как всегда. Так, у нас сейчас ситуация, надо убить сейчас этих трех. И забрать хотя бы с одного аптечку. Так, я сразу получаю лук, это хорошо. Заберем сразу бронзовый лук и забираем сразу бронзовую гранату. Еще закоплем бы бронзовым сгонять. Вроде бы это бронзовое. Да, отлично. Фул, у меня бронзовый сетап есть. Теперь можно добраться до воды и спокойно пойти убивать ботов. Только найти бы их сначала. Да ну, блин, опять эти акулы, конечно, с кофем, это жесть. Я еще не попадаю. Зато бот у меня попадает, да. Кстати, я вижу, там серебряный лук, это хорошо, можно будет его попробовать забрать. Только сначала, наверное, пойдем сюда, попробуем. Да блин, там баг. Ну, кстати, баг как граната задел, это хорошо. У нас сейчас уже фулл серебряный сетап, а только что был почти фулл бронзовый. Прикольно, развиваемся, одна даже аптечка есть. В принципе, неплохой такой шанс на победу. Закинем, конечно же, сейчас против бага такой сетап. Ну блин, конечно, не летит далеко. Я не знаю, что с баком, ребят. Я серьезно не могу предсказать, что с этим баком. По хпшке у него еще... Ага, сейчас обойдешься, бак. Просто обойдешься. Не-не-не, даже не думай. Почти попал.
Будем охотиться на Бака. Ну, блин, Бак от нас тут убегает. ГГ. Изи, забрали Бака. У него был золотой дробовичок, и походу это все, что у него было. Хотя нет, вроде бы еще серебряное копье у него было, ну ладно. Одного мы Бака минусанули, это хорошо, аптечку забрали. Да ну почти, ну почти. А что? Он меня копьем на пол хп продамажил. Он меня продамажил копьем на пол хп. Это вообще законно? Это законно? Ой, вот так вот, так вот, ребята. Идешь, вроде бы full setup, красиво все делаешь. И тебя просто берут и убивают. Что тут? Эх, да. Вот такие вот ситуации получаются. Ну, в принципе, очень круто. Все равно отыграли. Даже Бака этого развалили. Кстати, 10 очков получил. 6, 8 и 2. Ну, такое себе. Такое себе. Хотелось, конечно, на Оли поохотиться. Ладно, давайте еще последнюю карточку сыграем. И на этом будем заканчивать. Так. Опять я здесь. Да ё-моё. Не люблю я здесь играть, честно вот говоря. Неудобно здесь позиция и все такое. Мне кажется, еще лук сводится вот этот послабее, чем обычный. То есть обычный лук, он как-то побыстрее. Ну, то есть необычный лук, который имеет выше статус, там, золотой, бронзовый. Они побыстрее сводятся. Блин, хочу себе дробовик на фазика. Это как-то валяется золотой, я его даже взять не могу. Ладно, погнали на воду. Зона у нас идет как раз туда. Нам сейчас нужно где-нибудь найти аптечку. Понимаю, ребят. Просто 9 уровень. Прилетел и шотнул. Запоминайте, ребята, на фазике против 9 уровня нет вообще варианта играть. Вообще на фазике я смотрю в последнее время, ну нереально тащить. Ну просто в хламину сливаешься, потому что не хватает скорости. Вот тебя один раз выстрелили, все, ты труп. Ты труп, но если тебя не стреляют, ты, в принципе, отыгрываешь плюс-минус нормально. Но это очень сложно контролировать, потому что иногда рандомные шоты залетают, и, в общем, получается все тяжело. Ну, ребятки, видео вы посмотрели, сегодня было офигительное открытие изумрудного сундучка. Я надеюсь, все дальнейшие открытия сундучка будут такие же эффективные и крутые. А на этом все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.